В ноябре 2022 года жительница Димитровграда пришла в гости к своему знакомому. Однако вечер не задался. Между ними возник конфликт, который перерос в жестокое убийство. В ходе ссоры женщина нанесла 4 удара ножом в грудь и 4 в шею хозяину дома. В результате ее преступных действий потерпевшему были нанесены телесные повреждения, от которых наступила его смерть на месте преступления. Первоначально в ходе предварительного расследования женщина свою вину признала, но затем показания изменила, утверждая, что ударов было меньше, а наносила она их с целью самообороны. Ее доводы были опровергнуты показаниями свидетелей и заключениями экспертиз по уголовному делу. Суд вынес жительнице Димитровграда обвинительный приговор. Осуждена по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации к 7 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Сторона защиты не согласилась с приговором и подала апелляционную жалобу. В результате рассмотрения суд апелляционной инстанции оставил приговор Димитровградского городского суда без изменений и отказал в удовлетворении жалобы. Приговор вступил в законную силу. Юлия Руднева, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.